Так, прием. А, да, привет, с вами снова Михаил. Давайте разгребем-ка мы этот безумный бардак в нашем инвентаре и отправимся уже дальше. Так, нет, от тебя мне ничего не надо. Пойдем мы сразу же к тебе. With the Imperium in ruins, trade with the south is really opening up. Всякое у него продается, конечно, мне это ничего не надо. Так, все фигня. Луков нету. Продаем. Это совершенно тоже продаем, потому что нам не подходит. Куча поясов бесполезных. Так, все, окей. Облегчились немного и идем дальше. Почти у нас 31 уровень. Совсем немножко осталось. У нас около 80, то ли 90 тысяч есть. Надо 200 тысяч для получения уровня. Эх, дом свой взял, раскатал на корабль. Так, дорога льда и пламени. Фрон. Это название окутано легендами земли, где встречаются огонь и лед, где лежит секретный проход к личному колодцу. Хорошенько подготовьтесь по ходу, ибо эти потаенные врата Нифльхейма надежно охраняют воины Гримнера. Ну, погнали. Не знаю, последнее это задание или нет, в комментариях писали, что уже почти прошел. Посмотрим, не знаю. Можно сейчас, конечно, в прохождениях посмотреть. Гримнир уже побывал в вечном колодце, но конец света все еще не начался. Почему он медлит? Что бы ни задумал их хозяин, его слуги в неимоверном количестве собрались на легендарном острове Фрон. Инистые огненные великаны, заключившие столь удивительный союз, разместились подальше друг от друга в ожидании возвращения своего лидера и начала Рагнарёка. Пробиваться через пламя и лед — сложный выбор. Окей, ну я раздумаю, раз нас заставляют все-таки собирать, то, видимо, но это еще не конец. Ой, ёкол. Это ёкол. Может, это голем? Все-таки нет. Странно. Ладно. Не то, чтобы меня это, конечно, сильно волновало. I cannot be stopped. Тоже ёкол. Ах, подонок, меня заморозил. И... Так, ага, мы тут еще и замерзаем по куче. А стоя на этом, мы еще и начинаем подгорать. Жизнь какая. Так, ну ребята здесь сильные однозначно, они могут себя постоять, я признаю это. Так, ну у меня где-то есть 2 часа с одной стороны. Посмотрим, захочу ли я все эти 2 часа посвятить викингам. Бежать. Как правило, обычно-то я делаю по серии на задания. Так, ладно, надо идти погреться в срочном порядке. А ты куда убежал? Ну-ка вернись. Ага. This is all too easy. Так, это кто у нас? Единственный великан. Он не особо какой-то сильный. Мне бьет немного. А от меня получает много. Ребята мне по душе не замораживают, они меня толком не оглушают. Пойдет, не устраивает. Так, пойдем мы в сторону получше. Там, где можно погреться. Отлично. О, сундучок.
Так. О, идол. Нет. О, ледяной колен и щитник. Круто. Такого мы еще не видели. О, видно, вот такого видели. Большого лука. Но она нам не нужна, потому что у нас нету плеч этого лука. Еще чего-то там нету. И я еще до кучи очень боюсь заходить вообще туда, потому что один раз у нас уже меню зависло со всем этим. Так, греемся немного. Оставайся. Да куда ты? Встань сюда. Отлично, идем дальше. В теории, конечно, можно накопить чуть ли не полную штуку тепла. Вот, и просто потом пойти дальше. То есть у нас, по сути, как две полоски получится. Может, потому что сначала холодом надо будет у нас тепло отнять, а только потом уже холод начнет накапливаться. Вот, череп. Так, давай ко мне, давайте тебе быстро. Нам абсолютно не понадобились коллекционные предметы, которые мы долго спокойно собирали. Ну, не то чтобы нам, конечно, очень надо было деньгами обжиться ресурсами. Проблема с ресурсами у нас возникла только один раз. И то потому, что я не знал, что есть рынок. И то потому, что я не знал, что можно их продать. Эти ресурсы, как минимум. То есть, как таковой дефицит у нас вообще не нужды возник.
тупик. Ладно, надо бежать назад тогда погреться. Там не вывезем просто. О, там сундук. Туда вниз, и очень важно не помереть, а то на нас снова наложат оглушение, заморозят и угандошат нас просто. Что-то какой-то замедленный пинг у попадания предметов, то есть сундук открывается, и они не сразу вылетают. Не знаю, странно это очень выглядит. Так. Отлично. Так, я не помню, эти ли парни меня убили, или вот этот, или они все втроем. Отлично. Это моя месть вам. За то, что вы сделали со мной. Опять идти в Грец, потому что далеко ближайшее. Конечно, возможно, там мы в какую-нибудь пещеру войдем или на огненные земли, не знаю. Экспериментировать я не хочу. Потому что перепроходить снова от контрольной точки, ну, сомнительный максимально прикол, а я сомнительный прикол не очень люблю. Я думаю, надо экономить свое время, насколько это возможно. Потому что и так мы там... Мало мне было, сколько я там предыдущий уровень проходил, потому что с бодникам что-то случилось, я пытался все это сделать и так далее. Не очень получилось. О, нет, смотрите, все-таки здесь нас... А, здесь нас уже нагревает. Вот это да. Так, ну все встало на свои места. Две половины. С одной мы мерзнем, с другой мы начинаем подгорать. О, а вот и огненные големы. А, нет, вот они. А это трое. Так, накричали, и он оглушился. Бежать. Все померли. О, какой хитрый сундучок. Поношенный доспех, нет, спасибо. Мы носим только все высшего класса. Пламя, лед и... Больше воронов, что может починить сам себе Один? Дальше не успел прочитать. Отлично, отлично, это я все беру. Снова холод. Вот и долдает, хорошо. Это мы разрушим. Сейчас мы вкачаем еще уровень, скоро. Я уже где-нибудь там на горизонте вижу. Это толкает крови. Вообще все в кучу идей, другие пипки. Знатные, листы великан давно это не видел. Встаем как бы ничего, а вот когда вот на землю рядом с лавой, это нормально. Так вот это работает. Но это добавляет, кстати, некоторый элемент хардкорности в том плане, что на карте не обозначены же эти места. Приходится как бы уметь вертеться. А ну не трогай меня, говно. Я плюс тянет ко мне. Вот так вот меня и убили в предыдущий раз. Yeah.
здесь этот кусочек доисследуем, он я там удал уже. Так, сундуков, ничего такого больше я не наблюдаю. Так, сюда не надо нам. Вообще странно, что в таких раскаленных доспехах мы замерзаем. Было бы прикольно, если бы... может, было бы несколько вариантов доспехов, предположим, там, кожаная... Предположим, вот такой вот доспех, сделанный для мороза, и доспех, сделанный для, ну, сеты, предположим, да, огненный, там, ледяной сет. Соответственно, ледяной нам помогал бы не обгореть, там, повышал бы устойчивость, там, что-нибудь такое, ну, как-нибудь более тематически это сделано. Ну, много вариантов идей, я уже озвучивал за свое прохождение, как бы эту игру можно было улучшить, например, да. Так, брони мне давайте. 31 уровень, 2 очка даров. Так. О, так у нас все улучшено уже. Осталось только вот эту целебную ярость. Все. И у нас все улучшено. Вообще все. 3-3-3. Да, ничего не осталось. Сражение с посохом в жопу, ну пусть будет. Неважно уже, куда оставшиеся. Хорошо, что ярость вулкана поутихла. Не думаю, что эти туннели могут внезапно наполниться лавой. Кто знает, кто знает. Ну, не хотелось бы, конечно, знать. Ой, мы подгораем. Причем очень стремительно. Возможно, еще от того, что они нас атакуют, у нас повышается наша жопа подгорелость. Это я расплавляюсь, или здесь действительно жарко? Так. Сначала низ исследуем. Так, где идолы йотунов? Сундук. Череп? Нет, ресурсов. Тоже пойдет. Для следующего также надо 200 тысяч очков. Даже не стали повышать. Но, видимо, весь 30 уровень пойдет под знаменем 100 очков. Выйди, мои враги. О-о-о. А ну, стоять. Сейчас, мы нашли почти. Так, вот этот закуток сейчас посмотрим. Отсюда, а то ножки начинают. Так, остужаем, хотел сказать, да. После работы устал, запинаюсь. Это нормально. А вечером я приду после тренировки уставший. Снова сяду играть. Но буду еще больше уставший. Самые лучшие серии получаются либо не слишком ранним утром перед работой, либо выходные. А так все остальное время я уставший. И все меня бесит. Хотя можно было
это и выпить. У нас же ярость-то полная есть, мы ее уже не потеряем. Так, идем от обратного, как всегда, поэтому идем направо, раз нам нужно налево. О, мы, кстати, огненных тролей всех убивали. Как всех, нам двоих надо тут убить, вот все. Блин, потратил умение. Ладно. I fear I'm to be boiled alive. Ага, вот когда мы по этой штуке идем, мы быстрее начинаем подбирать. Так, и собрали все железные черепа. Бежим, бежим, бежим. Скорее, охладиться нужно. Фу, за секунду. Я думаю, сейчас мы задействуем эту штуку. Так вот. Смело пойдем дальше. Как всегда идем от обратного, то есть если нам надо туда, то мы идем в обратное направление. В данном случае нам нужно налево. Надеюсь, тебя выполнит что-нибудь от вручного этого молота. Он такой не очень сильный, конечно. Оглушись. Ты даже оглушаешься, будет несерьезно. Хе-хе. Да, набалдашник мы нашли. И собрали этот топор, но... Поскольку я боюсь, то хоть мы его не будем, конечно же. О, блин, мы горим. Жопа, жопа, жопа полная, мы горим. Ура. Так, все полечено, собственно говоря. Нужно идти дальше. Оставшиеся эти идолы сможем найти, если таковые присутствуют. Пока что мы какие-то ведра разбиваем. Подожди, подожди, да я послужусь. И мы с тобой решим все вопросы. Нифига, он мне по кесарю сносит. Но я тебя уже убил. Я как-то пропустил момент, когда у нас здоровье оказалось около 7000. Круто, неплохо. Так,
я думал, задание короткое будет. Просто эти полторы штуки разбросали по всей карте. Здесь кто-нибудь из Нифельхейма, мне скучно и холодно. Блин, опять неудобно играться с такими пацанами. Мне бы погреться, ребят. Пожалуйста. О, последний идол. Пальцы не имеют. Сначала, прежде чем эти ваши рунные камни забирать, самоотверженно кладя свою жизнь под неоправданный риск. Все, взяли. Так, монстр разрушился внезапно, окей. Победим стражу. Давайте, победю. Начну с тебя. О, я же убивал его на испытании Локи. Да, я убивал этих пацанов. Это все твоя вина. Ой. Ой, он друга позвал. Сделал звонок другу. Ой. Так, начнем с плохого. У нас, во-первых. Ой, что-то. У нас, во-первых, нету убиты, которая бы нам помогла говнящих пацанов. Поэтому действуем в режиме импровизации. Так, подожди, сейчас я сдружусь немного. Смерть врагам моим, за меня отомстят. Что, он снова призывает? А, нет, он просто себя исцеляет, ну окей. Подожди, да не пейте, не дайте мне остынуть. Ой, а что с ними стало? Руки остались в воздухе. Да. Блин, почему здесь так быстро набирается жар? Так, а ну, полетите. Все, бежим. Блин, бежит-то неудобно-то. Бежим. И закликиваем. Быстрее, отлично. Смотри, как холодно. Шлем Фанфера. Вот это, походу, то, что нам нужно, чтобы стать... The Ulfung took the rune stone. Люди Ульфунга забрали рунные камни древнего портала в свое поселение. Путь к вечному колодцу был открыт. All that remained was to overcome Grimnir. Оставалось лишь одолеть Тигримира, который убил прежнего ярла и тем самым определил судьбу Ульфунга. One last time we must count on нам вновь придется положиться на познание Фраки о рунах. The fate of the nine worlds was about to be decided. The portal is ready. Портал открыт. Он доставит тебя к вечному колодцу. This shall be your final battle. Это будет решающая битва. Судьба Ульфунга, кланов и всех пяти миров находится в твоих руках.
May Tyr give you courage. Да придаст Тир тебе мужество. May Thor smite your enemies. Да сохранит тебя Скади в пути. Да принесет нам Локи богатство. В смысле, поможет тебе вернуться. Пусть Один дарует тебе победу. Ступай, время на исходе. Найди Гримнира и останови его, пока еще не поздно. Если перестанете отвлекать меня болтовней, то я пойду и сделаю то, что требуется. Гримнир, скоро ты узнаешь, как мстят волки Мидгарда. Блин, мы почти вкачали 30 уровень, нам немного совсем не хватило, на самом деле. Нифига, у нас здесь якорь уже имперский лежит. Че у нас только нету головы. О, голова Скалли. Меч лесного стража. О, ну у нас очень большая здесь коллекция, да, которую можно долго изучать. Шапка, жаль, вот так одиноко лежит на столе. Было бы прикольно, если бы там три вот эти шапочки епископов так сложить рядом в ряд. Так, идем к торговцу, посмотрим, что нам дали за шлем. Надеюсь, он крутой. Лучше того, что есть у нас, например. Business has been good. Why don't you stay here a while longer? Come on, rush into anything. Бонус крови, бонус это, угу, пойдет, надеваем. Business has been good. Why don't you stay here a while longer? Да, типа дела идут неплохо, зачем страдать? Неприятно. Согласен. Так, и раз уж мы в городе, и нам ничего не грозит. Так, мешок. Ага. Так, двуручный, одноручный. Ну, давайте попробуем. О, двуручный топор. Урон, ого. Ого, неплохо, ну-ка. Так, урон 2402. Не понял. У нас лучше. Так, у нас урон и скорость атаки. У него есть урон повыше. Он совсем чуточку лучше. Угу. Но он херачит огнем. Так, крита у него нету. Ну, даже если мы его улучшим, окей. Скорость атаки у него все равно ниже будет. Здесь она на сколько-то процентов выше, да? Давайте воткнем в него руну. У меня вроде есть такая. Кража жизни, скорость атаки. Да, урон. Скорость атаки и урон есть. Блин, было бы у него две ячейки, вообще бы цены не было этому оружию. А так, конечно, поздновато он нам достался. У нас сейчас похлеще есть. The runes of the Tree of Worlds chime with fear. Beware, beware. Давайте посмотрим. Так, 2625. Ну, это все равно круче получается. Жаль, жаль. Оставим себе на память. Больно уж долго мы ебались ради того, чтобы его получить. Вот, и перед тем, как начнем следующую серию, эту я закончу. Поэтому всем пока. Увидимся в следующей. Вот так вот. Да.